Здрасте. Привет. Минус. Марья Сергеевна, как вас угораздило? Я вообще-то по делу. Машенька, голубушка, вас ведь лечить надо. Срочно. Все так плохо. Вскрытие покажет. Так, Маша, ну-ка иди сюда. Ну-ка. О, Господи, ты у врача была? Я боюсь. Да ты что, дура, что ли? Ты знаешь, что этим не шутят? Ну-ка, иди за мной. Иди сюда. Ну-ка, садись. Расслабься. Вот молодец. Молодец. Хорошо. Ну-ка, давай. Давай. У-у-у. За папу, за маму, за дядю Юру, за меня. Да. Вот молодец. Это очень сильный транквилизатор действовать будет. Сейчас мы тебя отведем к стоматологу, он все сделает. Нет. Сейчас силком поведем. Я боюсь. Юр. Ну, ладно. Давай. Стул поставь. Машенька, деточка, господи. Шляпу давай снимем. Скорее, давай пальтишко снимем. Ага, давай, молодец. Маша, громко плачет, проглотила. Маша, мяч. Поплыли, моя рыбонька. Поскакал мой зайчик. Все. Ну-ка. Залп. Опа. Да, чуть-чуть. Держите ее. Чуть-чуть. Ух ты, смотри, какой абсцесс еще на три зуба. Крепенько, Вася, голову держи. Юра, тампончик. Давай тампончик маленький. Так. Тихо. Все хорошо. Хорошо будет. Все. Оп, ребята, мы ее теряем. Юр, на шатырь. Тихо, на возьми. Оп. Все. Положим. Глубже дышим. Давай. Быстренько, положим. Ну-ка, ротик пополощем. Давай, кювету. Давай. Положим, не глотаем, получим. Молодец. Ну и все, теперь можешь домой поспать. Обязательно пару часов. И каждые полчаса полоскать. Марганцовкой, содой, фурацилидом. Ну-ка, подождите. Ну, можно отпускать. Я трусила, она рухнула. Ну, тогда держи. У нее шоколадное, ребят. Нельзя, нам, мне нужно на работу. Юрий Юрьевич, у тебя прокурорский справочник есть? Есть. Ну, так давай позвоним ее начальству. Машурочка, надо отключить. Ну, что же ты? Виктор Иванович. Да. Здравствуйте. Вас беспокоит заведующий судебно-медицинским моргом. Слушаю вас. Тут у нас следователь ваш, Швецова. Да. Мы ее только что вскрыли. Ну, что ты мелешь? То есть не ее вскрыли. Нет, я хотел сказать, что совсем такое? Немного. Что происходит у вас там? Ну, нет, вы не поняли. Слушай, Маша, иди сама с ним поговори, потому что он ни хрена не понимает. Ну, поговори, иди с ним. Ой, ну ты мудила. Ну, скажи ему сама, что ты живая. Машулечка, ну как? Виктор Иванович, они меня спиртом поили и нарыв на десне разрезали. А можно я с ним на работу не пойду? Да ну, конечно, о чем речь? Может быть, тебе врача прислать? Да нет, врачи-то тут полно. Господи, разве можно так пугать? Кому тогда дела твои передать? Ну ладно, я с тобой потом поговорю. Ты отлежись, пару дней отлежись, не волнуйся. Тихо, держи ее, то она упадет. На диванчик. Вообще транками под спирт закидываться. Боюсь, она до дома не доедет. Может, ее в секционную сразу? Там столик закажем. Мраморный, с подогревом. Вась, отвези-ка ее лучше домой.